Всем здорово, пацаны, с вами Явин, мы продолжаем играть на сервере Смотрю Антон номер 3. И как вы поняли по названию ролика, сейчас у нас конкурсы. Короче, мой подписчик Боб, это Никита Зайцев ВК, подписан, написал мне типа, го, конкурс сделаю после того, как я сделал день назад конкурс на 400 тысяч вместо Симона. То он предложил мне 4 тачки, он за свои деньги купит, у него типа там денег дофига, вот он ездит на ее 3-4. И сделаем конкурс для подписчиков. Вся суть будет через панельку Z, панель ютубера, нам надо тупо найти, вернее спрятать тачку, а другим игрокам тупо ее найти, и мы ее вручим. Мы будем вручать вот такую вот шестерку номер MR0707 на разварках, на тюнинге, потом E34. На вообще это металлик или это хром, наверное хром скорее всего. Потом идет субарик на, не знаю, наверное хром, на BBS-ах, на дисках, короче, фул тюнинге, и E60 фул тюнинге на виниле. Такое, блин, я так хотел говорить его, чтобы он мне ее подарил, но он не хочет, пишет типа это для тебя мало, но блин, я 60 бы такой бы рад был бы, значит просто топовое, повесил бы на мерки и все. Так, пацаны, сейчас напишем, я спрятал тачку, я спрятал ее в Южном, на парковке, где-то вот здесь, вот где, в этом районе. Сейчас напишем пацана. Так, пацаны, смотрите, я написал, короче, добрый вечер опять, как вы поняли, придет сейчас конкурс, непростой, золотой. Бору 15, привет, и Бобу также привет. И Боб спонсор, да. Короче, сейчас буду разыгрывать 4 авто разного ценового сегмента. П называется «Найди авто». Суть найти Ниву на номере XX4XX. Это моя новая Нива, с которой я потом скину номера, и привезти на точку. Точку сейчас я поставлю, это сейчас я поставил. Кто найдет и привезет, получит приз. Для начала это будет ВАЗ-2106FT. Дальше вы увидите какие-то там тачки. Ну что, народ, погнали. Установил метку. Первая подсказка – это город ЛВ. Это будет Сирика. Так. А ну посмотрим в Ю. Смотрите, сколько сразу едет человек, короче, в Алсентуру. Все разъезжают по ЛВ. Жестко, да? И смотрите, сколько здесь игроков. Мажорка, Деловой, Макс Брат, Нейбл, Доместос. Бор, кто это там есть? Ямба или Джамба, или Джамба, или Кент. Короче, всем здорово. Короче, что вторая подсказка, это город Южный. Сейчас посмотрим, но все равно возле меня очень много народу. Рексер даже сюда подъехал. Сейчас посмотрим, что по пацанам. Сейчас будут все ехать просто на выезд, на Южку, мне кажется. 2 hours later. Ё-моё, посмотрите, сколько в Южке пацанов ездит. Там, наверное, больше полусервера. Там, наверное, со времен еще обновы столько не ездило. Лол. Так, пацаны, мне очень много уже написали, что Ниву утопили. Давайте посмотрим, что ли. Мне просто интересно, кто ее утопил и зачем. Еще, возможно, такое, что слили бензин. Да, ее забрали. Давайте посмотрим хоть, где она. О. Её, с ней что-то сделали, походу, почему. Да. Нет, ее в реале утопили, пацаны. Да, потому что она дымится, ее утопили. Так, пацаны, Ниву спрятали, она находится в ангарах, вот этом месте, недалеко. Вот Боб уже тут. Просто мажорище. Столько классных тачек у нее, кстати, на ОА. И пацан сюда едет, надо свалить по-бырому. Чтобы не спалил. И давайте куда-то, короче, уедем, наверное, в заброшенный аэропорт. Туда вот, короче. Примерно. Чтобы не нашли. Так, пацаны, вот что я написал. После паузы мы опять здесь. То не участвовало, говорю опять правила. Надо найти белую Ниву на номере XX4XX. Поставил метку на парковке возле Ношена. И перевезти на точку. Кто первый привезет, получит ВАЗ-2106. С каждым разом тачка дороже и дороже. Нива опять в ЛВ, go искать. И на данном месте вот уже что-то зеленый маркер. Да, он походу заезжает. Сейчас, короче, он найдет Ниву, мне кажется.
Но это не точно. Вон, пацаны, уже Нива едет, прыгает, едет, все. О, все, пацан выиграл. Нет, серия. Ты серия Нерв, привет. Амавен, привет. Все на канале завтра. В канале завтра. И пацан едет Нива. Зеленый маркер, да? Нет? Лоны? Серьезно? Опа! У нас есть победитель. Это хэштег Лоней. Все, у нас есть победитель, хэштег Лоней. Короче, сейчас поедем, отдадим авто. А следующий, ждите, через минут 5 будет еще один конкурс. Так, пацаны, мы приехали на ЕКХ. Вот, кстати, прикольная Е34. Попа дает Лонею с клана Юнион шестеру. Он, по идее, скинет мне скрин, если вы уже смотрели данный ролик, и он вышел, значит, скрин сейчас вот здесь вылетит. И, по идее, он с ПС заспавнил тачку. Мер 0707, все это самая шестерка. А мы продолжаем дальше конкурсы. Так, пацаны, смотрите, на чем я стою. Это гольф на номере Дубай. Короче, спрятал я Ниву опять. Спрятал его вот тут на Чилиаде. Вот тут домик, кто знает, есть вот тут. И там, короче, спрятал. Сейчас будем писать. Смотри, сколько пацанов в ЛВ, сколько много. Сейчас будем писать, что Нива спрятана. Итак. Итак, опять конкурс. Надо найти Ниву и привезти мне на точку. Поставил здесь точку. СФ, кто найдет, получит и приз. Это BMW 34 в хроме красный, какой я вам показывал в начале. Писал, что это хром. Но, блин, а я, как вы поняли, всегда недалеко отъезжаю от того места, где разыгрываю. Так что подписчикам моего канала уже будет такой вот спойлер. Так что недалеко от меня надо было искать. Ну, пацаны приедут, привезут Ниву, мы продолжим. И все тут вы решили зимой поехать на горку на санях покататься или на лыжах. Конечно же нет, это рофл, все едут за тачкой, блин. Тачку на халяву слил, считай, 200 тысяч изи в БУ. Интересно, Лоней или зеленый этот поедет? Если опять Лоней, это будет прям угар. Эвен, ты стример или что? Нет, вот, кстати, давайте я вам поуберу, я сейчас расскажу, почему я не стримлю, потому что у меня интернет очень фиговый, там что-то 15 мегабит в секунду, и он очень маленький битрейт, это такая главное, типа, соотношение мощности ПК и этого интернета, и получается из-за этого у меня плохое качество картинки на стриме. Если хотите, я могу запустить, но вы будете писать, почему все в пикселях, тогда и т.п. Из-за этого я не хочу очень проводить стримы, но если хотите, я смогу на днях, короче, провести стрим, так что пишите в комментариях. Пока я с вами разговаривал, и тут такой оборачиваю карту, эту камеру, и вижу, Нива стоит, такой, не понял. Ну нахер. Отец. Ладно. У нас есть победитель. Это Бродвей, короче. Он получает Е34, все. Так, пацаны, приехали на ЕКХ, опять Боб Бродвею, я даю тачку, только он мне написал, что у него не заскринилось, как он отдавал Лонею тачку, адеквату, привет, так что вы все равно видели, как он ее заспамил, так что не особо, я думаю, доказательств надо будет, а если найдет скрины, то, короче, скинем. Так, спасибо, заспавни, оп. Все, заспавнил, все. Мы спрятали субаря в порту, вот здесь, возле автоваза, вот где-то здесь, в первом ангаре. Сейчас, короче, будем писать, что, типа, короче, кто не участвовал в конкурсе, объясняю, спрятали Ниву, вам надо найти и привезти ее на метку, установил метку. Кто первый привезет, тот получит приз, а призом этот раз будет хромированный субарик вот этот, на фулл тюнинге. Ставки накаляются, Нива, я жду, короче, вас. Я вижу уже черный маркер, он же по любасу забрал ее. Она была что-то покрупнее. А нет, он едет туда только. Он смотрит.
Мне кажется, это сейчас черный маркер найдет ее. Если он сейчас остановится. Нет. Он поехал. Или. Серьезно. Так быстро. Очень быстро. Очень быстро. Но Ниву уже нашли. Короче, пацаны, когда мы давали субарик пацану, не записалось, вернее, записался только звук и черный экран. Я думаю, вам не очень будет смотреть за черный экран. Я просто вставлю сейчас какую-нибудь фотку и ставлю скрин то, что мы отдали субаря, и все. Мы его вряд ли дали пацану, так что без всяких т.д. и т.п. Кстати, можешь отписать в комментариях, что получил субаря. Ну, приятного просмотра. Так, пацаны, решил в конце упороться, короче, по-жесткому. Фух, это Нива. Короче, я её спрятал прям подо мной. Вот тут, кто знает, есть там такая нора жесткая, я потом вам покажу. Я её спрятал и отъехал буквально на пару метров. Я же говорил, короче, все тачки прятаю возле меня. Такое. И прикол в том, что пацаны ездят по ЛВ, они просто не знают, что они, она прям возле меня. Блин, а как тачка здесь ездит, ты прям так стремаешь, что жестко. Это просто самый жесткий троллинг, это просто подо мной спрятать тачку, это увар прям. Написал, если быть точным, Нива, Ниа Лас Вентурос, если переводчик, вот это возле Лас Вентуроса, то есть, наверное, уже все переводчику гуглят. Короче, Паша издевается по полной, это возле Лас Вентуроса. Тут же жестко. Пацан просто офигеет, если узнает, что она... Если по переводу, то возле Лас Вентуроса. Ищите, ищите, парень, ищите. Блин, возле меня это жестко, конечно, в этом капец. Я только закончил запись, как вы видели, и Нива подъехала. Что за издевательство? Бродвей, короче, опять выиграл. Вау. Пацаны, подъехали на БУ, будем прощаться с этой малышкой, короче. Отдаем его Бродвею, если не ошибаюсь, какой-то там ютубер, может быть. Может, если я ошибаюсь. Не смотрел, если честно, но пару роликов видел, он скидывал там беседы. Сейчас Боб его отдаст Бродвею. Если чё, скрин будет, если не будет, то извиняюсь. Сейчас он все равно его заспамит. И знаешь, так вот, Бродвей. Спамни тачку, все это не мы спамнили, все, Боб. Ну такое, блин, мою Е60 отдали. Жестко, жестко. Бобу спасибо от души, от души. Короче, всем спасибо, кто посмотрел данный видос. Подписывайтесь на канал. Короче, да, давайте напишем. Ём. Кто был на сервере и возле меня завтра серия. Каждый сможет увидеть себя. Да. Димону, кстати, тоже привет. Ну, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, опять говорю. Добавляйтесь, друзья, участвуйте в конкурсе предыдущем на моем канале, там ссылочка в описании. С вами был Лемон, Бобик. Всем удачи и всем пока.